Видит свет, я скучаю по Эльтхейму. Там мы спали в казармах, как положено. А здесь в одном хлеву со скотиной. Бедолага. Должно быть, на части разрывается. Так много раненых. Я сейчас же соберу все, что могу выделить, и отправлю ему. Это магия в бутылке. Чувствуешь, как пахнет? Куркума, имбирь, шафран. С этими специями даже скозлинская стряпня покажется вкусной. Подходи. Звезды санктуария ждут тебя. Отлично. Красиво блестит. Ах, как красиво блестит. Ох, не повезло тебе. Ах, как красиво блестит. Закончила?
Когда слов недостаточно, поможет сталь. Всегда будь начеку. Холмы – мой дом. Но сейчас санктуарий опасно. А мои родители, мои бедные родители, совсем не молодеют. Кто защитит их дом? Я бы их навестил, но ходить по дорогам сейчас рискованно. Может, ты заглянешь к моему отцу Фелону? Узнаешь, нужна ли моя помощь? Что-нибудь приглянулось? Неплохие получились детали. Используй это с умом. Возвращайся скорее. Лучшие самоцветы санктуария. Какие краски! Какое сияние! Освободи меня, или вали на все четыре стороны. Удачи в дороге.
нужно больше времени. Прошу! Благословят тебя боги. Трижды проклятые камни бесполезны, друид. Ты говорила с Кори? Удивительно, что он вообще помнит свою семью. Дармоед не желал работать. Вот я и выдворил его из дома. От него месяцами не было ни слуху, ни духу. Уверен, ему лучше в Киригаре. Да и нам без него. Ну,
Тут завелись трижды проклятые козлоногие. Их все больше с каждым годом. А в разоренных полях обосновались пауки. Но мы, жители холмов, трудностей не боимся. Мы сами о себе можем позаботиться. Я долго прожил и помню времена, когда друиды присматривали за нами. Потом пришел Астарот, и они бросили нас. Мы до сих пор обходились без них. Нет, друиды, конечно, неплохие, но не думаю, что нам тут нужен сопляк, который указывает всем, как жить. Проклятые козлоногие снова напали. На что еще это, по-твоему, похоже? Прости, незнакомка, я сорвался. Они уже пятый раз за месяц нападают. Не знаю, сколько мы еще протянем. Вон тот друид принес защитные камни. Они вроде как должны отгонять этих тварей. Если хочешь подзаработать, я бы не отказался от помощи. Я заплачу, не сомневайся. Но будь начеку. Наверняка козлоногие еще где-то здесь. Не волнуйся. Я разберусь. В детстве мне рассказывали, как людям холмов жилось до Астарота. Я ушел, чтобы узнать все о тех временах и вернуть их. Холмы слишком долго оставались без нашей защиты. Но я это исправлю. Когда я уходил, хорошего здесь было мало, а теперь его еще меньше. Прежде хазры не спускались с холмов, не было оборотней. Но это не все. Долины покрыла некая тень. Люди ничего мне о ней не рассказывают. Но не теряй бдительности, путница.
еще не готова. Больше времени. Посмотрим, сработает ли магия Артаира. Мне-то по душе прямой подход, чтоб даже козлоногие поняли. А, проклятые скоты решили поселиться в ямах на юге холмов. Вожак у них огромная и уродливая тварь по кличке Черный Рог. Насадить бы его башку на шест. Пусть другие увидят, что бывает, если на нас нападать.
Я слышу волков. Они все ходят кругами, скалятся, зыркают, зовут к себе. Я все еще я, пока что. Но один я сломаюсь. Несколько рыцарей собора недавно проходили мимо убивать чудовищ в логове Сарат. У одного из них был амулет. Рядом с ним волки молчали. Рыцари так и не вернулись. Но, может, поищешь для меня амулет? Я не вижу их, но слышу вой. Те, кто идут на зов в лес, уже не возвращаются. Тот парень, друид Артаир, хочет помочь. Не верю друидам. Они нас бросили. Пусть кто-нибудь другой. Готово. Ha!
Нужно больше времени. Тебя можно положиться.
в отличие от камней. Они и пары недель не продержались. Посмотрим, как справится голова ублюдка. Держи золото, как договаривались.